О, слышишь, так там вода уже, видишь, вон пузырики. Ну, да, видно, какая толщина льда. Вот теперь по-честному видно, какая толщина льда. Да, он не такой уж и глубокий, как казался. Это 5 сантиметров льда выдержит уже. Ну, это фигня, да. Надо побольше веточку просто. О! Не, надо попасть. О, палка, попасть в банку, короче. Сначала надо банку запулить, да. А потом палку попасть в банку. Только не, она ж разобьется, Дима. Да, не, я ж боулинг играть умею. И как тут теперь кататься на этом льду? Там катайся там, где же, мало что ли. Ну вот, все в стекле. Загрязь. Испортил каток. Не понял. А ты хочешь сейчас ехать кататься? Нет, я просто... Я просто, за будущие поколения. За природу обидно. Ну, а потом рыбки будут плавать, порезаться. В крови такие все рыбки. Мама, я порезалась, да? Ты поснимайте через деребанку. Я порезал. О, рыб такая, смотри. Всё, конец рыб. Рыба. Свежемороженый карасик. Так она еще и летом, она еще оживет, когда разморозится. Нет. Оживет. Нет. Нет, так я тебе серьезно говорю, что они могут и там. Ты хочешь ее съесть? Ты горлом сижу. У меня нож есть. Да, ты хочешь его можно выдолбать, понял? И так, чтобы она стояла, понял? Ну тут все, что у меня получится, это слово выдолбать. Карасик, выдолби, его звали Карасик. Там 2012-2014. Карасик Эдуард. Попортили. О, вот еще какая-то. Ну это грузило чего-то. Ты хочешь продолбать карасика? Куда долбать уже? Уже можно. То есть ты эту идею не бросил? Хочешь еще подолбать? Я отсюда поснимаю. Этот карасик Эдуард, это приманка. На карасике держался. Там такая внизу именно акула сидит, она жрет сразу всех. Красиво. Ага. Ну ладно, я не пойду туда. Нет сменки одежки. Да. Так оно сюда пошло. Карасик Эдуард. Я открою, многовато. Я думал, луночка будет такая же раз. Да, вон она трещина. Лёня, это сюда, на этом. На запорожце надо заезжать. И дрифтовать? Не, там луночка есть. Уйди, сейчас специальная дырка, можно рыбку убить. Помельчало вот. Застрой, застрой. Называется, освободим карасика Эдуард. Ну, подойдите ему поближе. Это философское понятие свободы будет. Где? Вон он, да, где рыжий? Да, да, да. Да, там где трещины сходятся. Да ни хрена. Крепкий лед. Что? Крепкий лед. Крепкий. Может палочкой? Да нет. На пузе, на пузе, только там стекла. Представляешь, какое там
усилие было. Еще волком попало, и он его не пробило. Ну просто Серегин точечный удар, он нашел слабое место на все. И трое стояло. В вершину кристалла этого льда. Ты шо, вообще. Так, блин, мороза ж вроде недолго было. Ну не было, оно ж человек есть. Я наберу копалку, чтобы льда не вытаскивать. Так, смотри, какие следы радужные, красивые там. Да тут не глубоко, Димон сам выйдет. Не, ну я думаю, да, господи. Там тем более льда. Да ты ж. А уже ближе. О, намокает. Ну, это намокает, но... Ты все еще хочешь взять руками? Ну, конечно, а чего? Лёд, ну, да ладно. Он крепкий какой. А ну, чего ты так берешь, не уверен? Ура! Карась свободен. О, там можно уже брать, наверное. Ну давай. Тем более мы сейчас ослабили, он сейчас чуть прилег на воду, то есть уже все не страшно. Карасика Эдуарда нужно по-другому бить, тогда другую точку бить. Ух ты, а он катается круто. На льду лежит, теперь ему постараю. А ну, спасуй. Какие можно рубить? Останавливать тяжело. Удар. Оп. Надо принимать аккуратно. Заходи. Не, его можно же катать. Это ж... Давай так. Именно. Высоко. Давай, кто выше. А там ты его именно утопить а хочешь. Серега, ну это не трудно забирать. Он тут просто слабый какой-то. Пузыриков этот много. Да палочкой. Ну да. Длинной. Вон ветер да. Понес. Серега, на пузе. Там стекло. Там... На пузе стекло. На пузе стекло, это да. Надо, блин, если веревку такой же кидаешь, а потом подтягиваешь. О, ты клюшку взял. По-моему, уже легче не палочкой. Ну да. Сантиметра льда. Подождите, сейчас покатаю. Ты его кидаешь так, что он полетит там. Ооо. С первого раза пробил. Да, пробивается. Если попадет. Я кину копье. Я заманался, я и руки грязные. Я хочу эти копье сохранить бы. Это, конечно, совсем круто. Уже не, уже поздно. Перчатки черные, какая разница? На гарпун, карасика на гарпун поймать. Или рычаг. Ну да, лед там не, не глубок. Ну а тут нормально, на самом деле. Ну, в общем, там... Вроде готово, да? Да. Инсталляция завершена. Кирпич, разбитая банка. Да, оно прикольно, оно подмерзнет и будет и очень бревно. Интересно. Ой, блин, надо... Особенно банка будет интересно. Надо было банку надеть на него. Композицию, да, сделать какую-нибудь такую мороженую. Отмороженную, так сказать. И завтра вернуться ее зафиксировать. Но она уже замерзнет туда, до утра. Конечно, ну, через пару часов, наверное. Прихватит. А, ну, может, хватит стекло в озеро вставать. Да. Ну оно и так в озере здесь лежит на самом деле. Летом просто на наполнение. Ну что, зато тут рыбки не плавают. Спрятал его.